владельцев каналов интересует, какую партнерку подключить себе на канал. И выбор сейчас, конечно, очень велик. Но я считаю, что нужно выбирать для себя одну из лучших. Поэтому сегодня мы будем сравнивать партнерку VSP и партнерку Air. Именно эти партнерки, я считаю, самыми козырными и достойными внимания. В следующих видеороликах мы будем сравнивать, возможно, другие партнерки. Но сейчас мы определимся, какая партнерка будет лучше, партнерка Air или партнерка VSP. Подведем итоги, и в конце ролика можно будет определиться, какой же партнерке дать предпочтение по определенным критериям. Итак, поехали! Первый критерий – это условия подключения. Если вы хотите подключиться к партнерке VSP, вам необходимо 3000 просмотров за последние 30 суток, 50 подписчиков на канале, владельцу канала должно быть не менее 14 лет, и на канале должны быть видео авторские, то есть полностью снятые и созданы лично вами. Если вы хотите подключиться к партнерке Air, требования такие: 3000 просмотров общих со всего канала и 100 подписчиков. Я галочку поставил как раз напротив Air, именно потому что считаю, что 3000 просмотров набрать со всего канала — это легче, чем 3000 просмотров набрать в месяц. Возможно, это смешно, однако для начинающих блогеров, для стартующих каналов проще подключиться к Air, потому что количеством роликов можно довести канал до 3000 просмотров. Возможно, канал создан уже полгода назад, возможно, 3 месяца, но 3000 просмотров, как ни странно, не каждый канал новичок способен набрать. Поэтому, если говорить о том, что куда легче подключиться к VSP или к Air, конечно же, к Air. 100 подписчиков набрать не проблема, поэтому галочку ставим напротив партнерки Air. В этом же пункте, в пункте номер один, я выделил такой важный момент, как возможность заключения письменного договора. В случае сотрудничества с партнеркой VSP у вас такой возможности, к сожалению, нет. Если вы планируете подключаться к партнерке Air, у вас есть возможность получить письменный договор. Это юридическая подстраховка, поэтому это козырь, это не обязательно. Однако я считаю, что если такая возможность есть, то почему бы ее не использовать? Я ставлю галочку напротив партнерки Air. Второй пункт – это условия подключения последующих личных каналов. Если у вас есть канал основной и есть каналы другорядные, то другорядные каналы гораздо проще можно подключить по требованиям. Однако в случае VSP Group это индивидуально будет рассматриваться. В партнерке Air есть фиксированные данные. Это 50 подписок и 1500 просмотров общих со всего канала. Если вы подключаете первый канал, мы уже говорили, что это 3000 общих просмотров и 100 подписок. Последующие каналы — это 50 подписок и 1500 просмотров. Я галочку поставил напротив партнерки Air, потому что считаю, что проще, когда ты видишь четко конкретное требования и быстренько их набрал, чем просто подавать заявки на авось примут, авось не примут и тратить свое время. Поэтому предпочтение, конечно, партнерке Air в плане подключения. Далее, третье. Распределение прибыли. Партнерки распределяют прибыль в соотношении 70/30 и VSP Group, и 70/30 партнерка Air. Это означает, что вы получаете 70% с прибыли вашего канала, 30% забирает партнерка, медиасеть за посредничество, за администрирование вашего канала. Однако, если у вас количество коммерческих просмотров в месяц свыше определенной нормы, вы можете получать процент выше. И мы видим, 70% значит, это до 500 тысяч коммерческих просмотров в месяц, 75 – это от 500 до 1 миллиона, 80 – это от 1 миллиона и выше. Это в случае подключения к партнерке VSP. В партнерке Air примерно та же самая картина, только мы видим один критерий добавлен – это 85%. Это когда у вас свыше 10 миллионов коммерческих просмотров. Поэтому мы ставим галочку и VSP Group, и партнерке Air. В этом они примерно равны. Смотрим еще раз наши критерии и данные, и двигаемся дальше.
Четвертый критерий – это вывод заработанных денег. Не менее важен критерий, чем подключение, потому что, собственно, ради чего каналы и подключаются во многом, да, для того, чтобы зарабатывать деньги. И важен не только приток денег, но и как человек сможет их вывести, удобство вывода. И в партнерке VSP довольно скудный выбор. Это PayPal, WebMoney, Pioneer, Unistream, Яндекс.Деньги. К сожалению, карты нет. У партнерки Air куда более длинный перечень. Есть возможность вывода на... Значит, платежи совершаются на карту вашего банка по всему миру. Среди систем денежных переводов это Золотая Корона, Лидер, Unistream, Western Union. Среди системы электронных платежей это WebMoney и это PayPal. И WebMoney, и PayPal без комиссии. Поэтому, конечно, мы ставим галочку напротив партнерки Air. Выбор гораздо шире и удобнее. Я считаю, что вывод на карту это очень удобно. Пятое. Минимальный порог вывода. VSP Group. WebMoney $5. Мы поставили галочку. Сейчас я объясню почему. И порог вывода на партнерке Air по карте $100. WebMoney $50. Мы тоже ставим галочку, хотя мы видим, конечно, что порог гораздо выше. Почему поставил галочку напротив VSP Group? Понятно, потому что вывод минимальный. Даже слабые каналы смогут быстренько выводить. Однако, то, что нет вывода на карту, а каналы развиваются со временем, и это козырь, если вы, у вас деньги зависли на WebMoney, к примеру, вам нужно заправиться, или там, как-то рассчитаться с помощью карточки, или просто в банкомате снять, то все проводить операции с WebMoney, потом делать какие-то переводы через обменники, это довольно неудобно. Поэтому, несмотря на то, что вывод по карте в Air пока что $100, я поставил галочку, потому что он, по крайней мере, есть. WebMoney $50, это существенно выше, чем в партнерке VSP, однако я знаю, что в партнерке Air будет вывод существенно снижен до минимума, то есть вопрос времени. Возможно, когда вы будете смотреть этот видеоролик, порог вывода уже снижен, поэтому галочку ставлю и VSP Group, и Agency of Internet Rights. Шестое, это реферальная система. Это очень серьезный пункт, очень важный, потому что это дополнительный вид дохода. VSP Group имеет одноуровневую рефералку. Вы получаете 10% с той части прибыли, которую берет себе именно медиасеть. Давайте рассмотрим пример. Если канал того человека, которого вы порекомендовали подключиться к партнерке, заработал $100, 70% забирает себе человек, 30% забирает медиасеть. 30% это $30. Вот с $30 вы получаете 10%. То есть $3 ваша прибыль с этого канала. В случае партнерки Air мы имеем трехуровневую реферальную систему. А значит, что этот вид дохода гораздо выше и существеннее именно в этой партнерке. То есть трехуровневая реферальная система. Первый уровень 10%, второй уровень 4% и третий уровень 1%. Конечно же, галочку ставим напротив партнерки Air. Так, смотрим еще критерии и данные внимательно. И двигаемся дальше. Седьмой пункт – это кабинет. Важен пункт, однако больше для удобства в работе. Потому что ежедневно вы заходите к себе в кабинет, это ваша рабочая зона, вы наблюдаете какие-то характеристики по каналу, ваш доход и так далее. И я выделил самые важные критерии, на мой взгляд. Возможно, это будет немножко субъективно, но так как я являюсь сам партнером, и я знаю, что такое партнерки, я знаю, как это важно находиться в кабинете, то для владельца канала важна статистика очень. Значит, статистика канала в VSP Group идет в текущем времени. Значит, также кабинет полностью наполнен, можно сказать. Статистика в партнерке Air также идет в текущем времени по каналу. Кабинет в целом находится в стадии наполнения. Если в VSP Group он наполнен, то в партнерке Air он в стадии наполнения. Статистика по реферальной системе VSP Group обновляется один раз в месяц. То есть вы можете доходы видеть по вашим рефералам один раз в месяц, они обновляются и идет прирост.
Значит, в случае подключения к партнерке Air вы сможете видеть в текущем времени так же, как и по каналу своему. Обновление будет ежедневно, поэтому, конечно же, это козырь. Значит, дальше, фанатека в этом же 7-м пункте, то, что есть в кабинете, это наличие треков, которые люди могут использовать при монтаже видеороликов. В VSP Group она есть и довольно в большом количестве представлен ассортимент. В партнерке Air, к сожалению, пока нет. Этот пункт находится в стадии разработки. Поэтому, конечно же, я ставлю партнерке VSP 2 галочки, партнерке Air ставлю 1 галочку за то, что есть возможность отслеживать дополнительный доход именно по реферальной системе в текущем времени и его контролировать. Далее, обучение. Обучение в VSP Group и в партнерке Air на очень высоком уровне. Это и хэнгауты, это и мастер-классы, это и дайджесты, это и корпоративы, там ежегодные съезды и так далее. Поэтому претензий к этому нет, все на очень высоком уровне. Это и обучение блогингу, и ораторству, и настройки канала, и продвижения. Поэтому галочка заслуженно славится и VSP Group, и Agency of Internet Rights. 9. Это предпоследний пункт, это служба поддержки или саппорт. Значит, VSP Group, она осуществляется через сайт, страницу ВКонтакте и почту через письма. Значит, в Air это происходит через ВКонтакте, через почту и через Skype. Я поставил галочку и Air, и VSP Group. Сейчас объясню почему. Я знаю, что оперативность службы поддержки как бы, да, выше идет в VSP Group, и возможность интерактивного ответа ВКонтакте быстренько, да, то есть по возможности, если смотря какой характер вопроса и какая нагруженность. За это ставлю галочку именно в VSP Group. Но в Air есть возможность созвонов по Skype, то есть вы можете созваниваться не единожды, если у вас какой-то срочный вопрос, вы можете консультироваться и также получать письменные ответы именно в Skype. Такой возможности в VSP Group, к сожалению, нет. Вы можете только единожды проконсультироваться один раз. После того, как подключились, вы можете проконсультироваться со специалистом компании VSP Group. Такая возможность в Air есть, в принципе, неограничена, если у вас появляются очень серьезные вопросы там, о сотрудничестве, либо, возможно, какие-то еще там обширные моменты. Поэтому галочку мы ставим и VSP Group, и Air. И последнее, 10-е, это отключение. Такой довольно неприятный пункт, но его нужно упомянуть, потому что каналы как подключаются, так, значит, в принципе, они должны, могут и отключиться. И вот теперь мы сейчас с вами поговорим об условиях отключения. В VSP Group это 3 месяца. Только через спустя 3 месяца после заявки вы сможете отключиться. В Air это 1 год, потому что контракт заключается на 1 год. Но есть возможность разорвать договор досрочно и отключиться. И, конечно, если вы разрываете договор досрочно, то это, конечно, не будет 3 месяца, это будет гораздо быстрее. Разорвать договор досрочно можно на почве невыполнения каких-то условий. То есть, в принципе, логично. Я поставил галочку и в VSP Group, и Air, потому что в VSP Group это фиксировано. 3 месяца человек видит и понимает, что через 3 месяца он может отключиться. В случае Air я поставил галочку, потому что есть все-таки возможность досрочного расторжения. То есть, если вдруг партнерка не выполнила какие-то пункты по условиям договора, конечно же, вас отключат. Однако, если она все выполняет, деньги платятся, то какой смысл отключаться? И логично, что контракт заключается на год. Друзья, вот такая информация. Я надеюсь, самые важные критерии я затронул. И хочу теперь подвести итог и сказать от себя, чтобы я порекомендовал. Если говорить о заработке, а именно для этого большинство подключает партнерки, я бы рекомендовал подключиться к партнерке Air, потому что на один вид заработка выше, явно выше, потому что реферальная система гораздо мощнее в партнерке Air. Все остальное приблизительно одинаковое. Есть недоработки маленькие по кабинету в компании Air, однако они устраняются. И есть вывод на карту, что очень важно для людей серьезных, для блогеров, которые неплохо зарабатывают деньги. Есть возможность письменного договора, что юридически подстраховывает. Все остальное примерно на одинаковом уровне. Поэтому выбор будет за вами. Если вы решили подключиться на партнерку Air,
Смотрите, в описании под этим видеороликом будет ссылочка, по которой вы сможете заполнить заявку и отправить. В течение суток, двух вам будет выслан ответ, и вы сможете по этой инструкции, которая будет в письме, подключиться к этой партнерке. В дальнейшем можете добавляться по тем контактным данным, которые внизу под видеороликом, для консультаций, для командной работы, для помощи, ну и просто для, как говорится, для дружбы. Вот. Ну, а посмотрим еще последний раз, посмотрим на наши данные и делаем для себя вывод. Если же вы хотите подключиться к партнерке VSP, набираете в VSP Group или там подключение к партнерке VSP Group в поисковой строке в YouTube, и можете обращаться к другому человеку, который нашел для себя какие-то существенные плюсы, возможно, и вы найдете. Ну, а с вами был Симон Артем. До скорых встреч. Пока.